Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит чисто информационный характер. Сегодня у меня такой вот мини-букс, называется Ника Букс. Регистрация здесь очень простая, логин, имейл, пароль, на почту мне ничего не пришло, после чего попадете в на такую вот страничку. Значит, что у нас здесь? Серфинг баннеров есть. Так. Далее. Так, серфинг ссылок. И давайте посмотрим, я покажу такую коротенькую. Вот 10 секунд. Вот идет внизу отсчет времени, таймер. Как здесь, какая у нас здесь капча? Значит, и вот внизу здесь циферки, да? 962. Нажимаем вот сюда, я ввожу 962. 485. Нажимаю отправить. Все. Копеечка засчиталась. И вот таким вот образом и серфинг баннеров, и серфинг ссылок мы просматриваем. Здесь есть статистика выплат. Значит, букс платит. Все замечательно. Страничка загрузится. Вот последние 30 выплат. Минимальный вывод отсюда 1 рубль. Так, тут рифоводы. Тут задания я их не выполняю. Далее, вот это вот 0.05. Это наш баланс на вывод, который идет. Далее, аккаунт нажимаем. Управление рекламой. Здесь для рекламодателей очень дешевая реклама. Так. Значит, смотрите, опускаемся вот ниже. И вот здесь добавить баннер, добавить ссылку серфинг, добавить баннер переходы, добавить контрольную ссылку. Ну, давайте баннер. Как у нас баннер лучше идет с баннером реклама. Значит, здесь смотрите. Вводим название проекта или что вот мы будем рекламировать. Значит, ссылочку. И здесь мы выбираем. Вот за 20 секунд здесь... 3 копейки. Но можно выбрать, отредактировать, например, 5-10 секунд. Например, 5 секунд, да? И, смотрите, 1 копейка. 1, ну вот, 0.018. Так, здесь нажимаем, выбираем файл, нажимаем добавить. Так. Мне, вот как на мой, это чисто сугубо мое личное мнение, хватает, чтобы меня проект зацепил 5-10 секунд. Я не люблю большие такие по 60 секунд рекламы, как я вот сама работаю, да, на буксах. Значит, здесь у нас для рекламодателей рекламный баланс. Здесь мы пополняем, кто захочет рекламить свои проекты. Payer, как бы, да. И сумму, и нажимаем пополнить. И здесь от рубля до вот 5%, тут 10, ну, как бы тоже есть немного плюшек. Значит, мои рефералы находятся, партнерская ссылочка, вот она. Так, далее. Личные данные. Сейчас. Личные данные. Здесь мы прописываем Payer кошелек. Сейчас я даже пропишу Payer кошелек. Все, я прописала личный кошелек. А сюда мы вводим пароль, который мы при регистрации регистрировались. Далее, вывод средств. И здесь на вашем счету, вот у меня 5 копеек. Когда будет рубль, можно будет выводить. Вот когда наклюкаю, проверю, как бы букс этот на вывод. Но такой вот букс, ничего сложного, все простенько. Как бы, кому интересно, пользуйтесь. Всем удачи, больших заработков, до новых встреч!